вот у нас 10 патронов. Я снимаю видео как комментарий, чтобы показать, как влезают 10 вот этих вот патронов. Это учебные патроны. Вот здесь вот может быть видно, что тут не капсуль, а пластик. Все патроны учебные. Вот что эти 10 патронов у меня влезают в Remington Versa Max Tactical. Вот она. Вот она. Вот. С 90-сантиметровым колпачком. Вот он. 90-сантиметровый колпачок. Он не вровень со стволом. Он торчит за ствол. Я хочу продемонстрировать, что влезает только 10 патронов. Влезает впритык. И если колпачок будет короче, например, вровень с этим вот чоком, а это удлиненный чок, сюда 10 патронов не влезет никак. Смотрим, значит, что за патрон. Ну, для того, чтобы как бы определить. Вот у нас цифровой штангенциркуль. Вот циферки нолик. Берем патрон. Замеряем его длину. Вот. Ну, что мы видим тут? 57. Это учебный патрон. 57,94. Возьмем другой. Ну, у них так плюс-минус. Плюс-минус. Другой взяли патрон, померили, да? Возьмем еще один. Точно так же его вставляем сюда. Вот, померили. 57 миллиметров. Ну, плюс-минус, копеечками. Берем версу. И начинаем запихивать патрон. Проверяем. Проверяем патронник. Пустой. Проверяем. Проверяем магазин. Магазин пустой. Вот это отсюда видно. На предохранителе тоже видно. И начинаем по одному запихивать. Да? Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. У меня зеркально, я в экран смотрю. 7, 8, 9. Десятый патрон. 10. Десятый патрон зашел с, скажем так, с видимым усилием. Ему пришлось туда додавливать. Вот берем гильзу. Как бы 11-го патрона вставляем. Я донцем вперед, чтобы было видно, насколько можно еще подвинуть. Вот мы видим по донцу. Насколько можно еще подвинуть. Сколько там еще есть места. Теперь его надо вынуть. Вот, собственно, продемонстрирую, что в Versa Max влезло 10 патронов, плюс там 3-5 миллиметров. Да? Это влезло в Versa Max Tactical с удлинителем на 90... С колпачком удлинителя на 90 миллиметров. Колпачок удлинителя на 90 миллиметров. Можно даже... Скажем так, взять вот так вот, замерить, да? Вот тут перевернуто будет. Ну, на самом деле 89 там с копейками, но это не важно. То есть, если себе представить, что удлинитель вровень с срезом ствола, в чем вернут удлиненный чок, то я очень себе плохо представляю, как сюда может войти 10 патронов с удлинителем, который вровень со стволом. Если уже указанные патроны влезли еле-еле. Можем повторить операцию. Сейчас я ее повторю. Сейчас я разрежу. Все делается одним кадром. Без склеек. Без монтажа. Камера у меня... На макбуке старая, макбук не новый. Разрешение так себе, но тем не менее, что видно, то видно. 10 штук. Пусто, видим. Пусто. 10 штук. Раз. Два. Три.
3, 4, 5. Вот 5, 10 вошло. 10 вошло. 11 берем патрон и пробуем. 11 не входит. И там осталось совсем чуть-чуть миллиметров. Извлекаем. Извлекли 4, 5, 6, еще 2, 7, 8, еще 2. Загоняем патрон в патронник и смотрим, как при выстреле у нас выбрасывает патрон под лоток. Ну, тут, конечно, не совсем корректное изображение, потому что у нас ружье не в штатном положении, а на боку. Но все равно, раз. То есть, в этом случае, если я вот сейчас, скажем так, сымитирую движение затвора при выстреле, патрон, вот из этого положения, патрон будет дослан в патронник. Вот он дослан, тут пусто. Вот, собственно, 10 патронов в подствольный магазин с 90-миллиметровым колпачком Versamax Tactical. Ролик снят для того, чтобы продемонстрировать, что из геометрических соображений, если колпачок будет вровень со стволом, 10, но не влезут никак. Спасибо за внимание.